Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Не знаю, видно тут или нет, что мы в стеклянной штуке едем в такой. Давай постучим. Я даже не знаю, как ее назвать. А сегодня 3 марта. И мы на горе Белой. Погодка. Отмечаем день рождения. Да, отмечаем день рождения сына. 28-й день рождения. Погода, будем сказать, хорошая. Но ждем улучшения с нетерпением. Начало появляться солнышко, а сначала был очень сильный ветер и холодно, а сейчас теплее стало. Поэтому мы рискнули подняться и попробовать спуститься сейчас первый раз. А комплекс очень большой, есть хороший каток, есть вкусная столовая, что немаловажно. С пирожками. С пирожками, с компотом. В общем, все очень даже красиво и хорошо. И главное, немного народу сегодня. Может, и пятница. Звук здесь действительно как на взлете самолета. Где же оно, солнышко? Вот мы его ждем. Очень-очень ждем, чтобы увидеть всю красоту сверху. Может быть, нам и повезет. Но об этом мы узнаем чуть позже. Эй! Привет, лыжа соседская. Ладно, нисколько не хуже, кстати. Смотрите налево. Уезжаем. Какие-то скальные массивы. А слева там трасса тоже где-то есть? Ну, она, мне кажется, вот туда уходит, вот за елочки. Сейчас все разведаем, пока неизвестно. Забыла, не помню. Может, что-то поменялось. Вот вижу справа точно. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти? Нам надо б песню допеть, нам надо б меньше грустить. Снизу кричат поезда, правда, кончается март, ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. Снизу кричат поезда, правда, кончается март, ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. А где вершина-то еще? До вершины, до вершины. А вон она голубеет впереди. Посмотри, крышечка. Вон, вон, вон. Там пункт приема горнолыжников. Слышно.
пирожки, конечно, не мои, честно скажу. Маленькие и не очень вкусные сегодня. Но зато горячие. С чем пирожки? С грибами, с картошкой, с капустой и с луком и с яйцом. Ну, мы погреемся и сейчас снова поедем кататься. И солнышко на улице, похоже, появилось. Где? Ну, посмотри в окно. Сейчас вот перешли на бугельный подъемник. Здесь внизу идет детский, а потом переход на спортивный бугель. По безлимиту время ожидания здесь гораздо меньше. Здесь 2 минуты всего, а на креселке 7 минут. Время ожидания, интервал между посадками, ну, на безлимитной карте. Потому что здесь трасса короткая, детская, и поэтому, ну, видимо, поэтому здесь всего 2 минуты. Сейчас поднимусь повыше, там еще сниму. Это у нас трассы 2Б и 2С, да? Или 2А? 2Б и 2С. Слева Б, справа С. Пусть будет так. Подъемник Швабра. Ожидание по безлимиту 5 минут. 320 секунд, по-моему. 300. Ветра нет. Это мы на южную вершину, да, поднимаемся? Да. Подожди. Улыбочку. Влезла улыбочка? Влезла. Такого снегопада давно не помнят здешние места. А снег не знал и падал, земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает, и поземкою клубя заметает зима. Заметает все, что было до тебя. На выпавший на белый, на этот чистый невесомый снег ложится самый первый, и робкий, и несмелый на твой похожий след. Снег кружится, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. Раскинутся просторы до самой дальней утренней звезды. И верю я, что скоро по снегу доберутся ко мне твои следы. Снег кружится, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было.